Папа уже ходит по ступенькам. Ну, неделю, но не три. Еще может треснуть. О. Картошку передержали. А здесь овощи на гриле. Мы купили очень много кабачков. Их нужно готовить. Не дожарились? Ну, мы просто картошку достаем. Альденте кабачки. Что, сгорело? Такая, ну, ничего. Такая... Папа любит такую, кстати. А что вот это? Это грибы шиитаки. Это эринги. А, то есть эринги. Я люблю эринги. Ветрено сегодня. На озере даже волны. А сейчас я вам покажу, какой папа себе сделал кабинет в этом гараже. Оборудовал все. Иди расскажи, что у тебя там находится. Я в своем влоге рассказал. Интрига? А так ты для моих зрителей еще расскажи. Нет, вот твои пускай пойдут ко мне. А, какой хитрый, да? Да, а ты покажи то, что ты видишь. И здесь мы поставили морозильную камеру. Хотя папа хотел здесь поставить диван. И вот, кстати, у него тут телевизор есть огромный, и его можно вот сюда повесить. Сюда не влезет. Влезет. Ага. Это телевизор. Вот тут папа будет и жилое помещение, а тут для работы. Да. Переезжаешь сюда? Что это за штуки у тебя тут такие странные? Ого, тут уже и монитор, и картина для уюта. Это мамин подарок. Я знаю. Он всегда преследует меня с моей мастерской. Не преследует, а я всегда вешу на рабочий стол. А это Мила рисовала. Да. У меня похожая есть картина от нее. Это подарки. Это от мамы, это от Милы, это от тебя. Да, я помню, когда тебе кубик подарил. Один из подарков. Это не надо говорить, это подарки. Это один в комплекте. Ну, наверное, самый любимый. Это что за штука у тебя? Ну, принтер. 3D принтер? Нет, выжигалка. Выжигает. На дереве офигительно, на пластике. Ну, металл явно не жжет. А ты не пробовал? Лазер там слабоватый. Он для дерева, для пластика. Что это за камера у тебя китайская? Это, кстати, ты мне ее под это... Подогнал? Подогнал еще... Не помню. Много лет назад. Вот, и принтер. А, это портативный принтер, который работает на батарейках. Маленький, я когда-то рекламировал Canon. Вот. Так подойди и расскажи, что там у тебя. Ну так я никогда не показывал твои мастерские, а людям интересно. Там еще дофига чего. Ну так ты покажи, что ты уже поставил. Мой любимый старый осциллограф советский. Расскажи моим зрителям, что такое вообще осциллограф, зачем он нужен. Люди думают, что это радар. Да? Вот там рисует вот такие линии, вот так. Вот так. Пульс измеряет. Да-да, вот те, кто смотрят в этих в клиниках, вот там... Да, вот доктор Хаус. Да-да, вот там рисует вот такие вещи. Вон там еще другой есть. Ого, и... этот более старый? Еще старый, но тот другого назначения, характер. Так это советская аппаратура у это тебя? Это все советское, вот это советское. Вон, смотрите. Сейчас современные есть. У папы все время с собой вот такие, да, вот приборы. Только, смотри, какое. Его надо чистить тут все. Оно лежало... Сколько? Так, а вот это что за штука? Ну, это уже современный блок питания. Это блок питания? Да, он тут один, еще один, еще это один, от компьютера. Еще один, еще я забыл, один, как эта штука называется. Это тестер. А, тестер. Вот это что за штуки? Это зарядное. Так, хорошо. А вот это у тебя набор камер, который ты никак не поставишь по участку. Надо еще, у тебя же их много. У тебя их надо все развесить. И у тебя будет пункт наблюдения. Можно будет охранника здесь положить.
Одни IP, а это не IP. Там тоже свой винчестер и так далее. Просто там кабеля идут не из Ну, я понял. А обычные радио. Папа, еще очень много здесь вещей в сарае нужно разобрать и поставить все по своим местам. Влезет тут... ли оно туда? Ну, тут просто, мне кажется, половину нужно повыбрасывать всего. И тогда все лезет. А половина и выбросит. Вот старый холодильник, который еще был здесь, в этом доме. Стройматериалы. Смотрите, кстати, папа побрил еще и верхний участок. Побрил? Да. Побрил. Везде теперь газон. За два дня папа огромную территорию самостоятельно побрил. А потом подсохнет. Сгребать и на кучу. Сносить и так далее и тому подобное. На все про все уходит 2 дня на стрижку, 2 дня на уборку. Солнце такое приятное под вечер. А сейчас наступило время для того, чтобы повесить качелю. Все готовы? Папа готов. А вот и канат. Все на месте. Лестница уже стоит. Здесь у нас большая качеля. А вот здесь мы планируем повесить качалку высокую. На вот эту ветку. Качельку. Качалку. Качельку. Качалку. Нет, качалка была у тебя в одном месте, а это качелька. Итак, папа вернулся, поставил лестницу в нужном месте. Нужна еще лестница? Надо тут. Ну, сходи ты, я не принесу, она же тяжелая. Эта лестница состоит из 2 частей, к ней еще есть выдвижная часть. С 3 частей. И можно выдвинуть ее на 8 метров. Часть лестницы находится на 2-м этаже на террасе. Сейчас я ее... Я лазил наверх. Да. Я лазил наверх, сейчас спущу папе. Вот. Ты здесь? Она стояла, ты ее... Аккуратно край. И антенну. И край плитки здесь. Я уже взял, пускай. И как она крепится? Вот, пожалуйста. Страшно. Кому? Мне не страшно, а мне нет. Ты сидишь нанизу, а мне не страшно. Ты чё шатаешься? А то, что ты не держишь. Страшновато, если честно. Даже если она... Да упала. Что ты делаешь? Я повисну. Зачем ты это делаешь? Надо. Папа показывает, как он за полдвижения все делает. Да не надо показывать здесь. И никто не держит. Все нормально. Я проверил. Все работает. Ну, папа, конечно, все в своем стиле делает, за полдвижения. Залазит, болтается, на одной руке висит. Ты хотел еще поподтягиваться, небось, на той палке? Да, без вопросов. Там и так рассказывают. Техника безопасности хромает. Хромает. Саша, у тебя она не хромала, когда ты снимал безбашенные вообще-то такие вещи? Мне кажется... Каски не хватает. Нет, смотрите, видите, вот тут такие штучки есть. Наверное, в них надо было лестницу вставлять. Потому что там опора больше. Все, не с этой, Таня права. С этой стороны. И там больше опора. С этой стороны, вот. Все, она проходит внутрь. То есть ты неправильно залазил вообще? Да, с той стороны, я забыл. И ты мог грохнуться, да? Она, видишь, качается. Да не надо ее специально качать. Специально. То, что она качается, держать надо, видишь? Он берет и качает специально ее. Я держусь. Да не надо, ты что? Он держусь, видишь? Да нахрена ты это делаешь? Видишь? Ого. Когда я держусь, я не боюсь. Я ну бы да. не залезла так. Вот. Ну, папа за полдвижения все делает. Канат вам подать. Успокойся.
О, вот это нормально. Да нахрена он ее шатает вечно? Папа говорит, что этот узел называется восьмерка, а не обычный. Папа 12 лет вязал узлы, потому что лазил по мачтам. Если б ты так делал, когда меня фоткаешь. Эти узлы не развязываются? Они как затягиваются, а вдруг... Чуть-чуть это, если его затянул, то потом хрен развяжешь вообще. Они самозатягивающие, блин, волосок. Ну все, если на нем повиснуть, вот, его потом очень тяжело даже развязать. Ты же объясни, зачем ты именно так крепишь? Слабая ветка, слабая вот эта. Поэтому мы решили... Вот эту и вот эту объединить, вот так он. Чтобы распределить нагрузку. Да, распределить нагрузку на две, тем более яблоня старая. Ну, он там качеля то висит на этой же яблоне, и вроде как бы нормально. И будет все отлично. Ну, чтобы мне здесь привязать, надо там разрезать. Только нагрузка пойдет, они позатягиваются. Вот папа закрепил. И хочет подергать, пока я здесь сижу. Вот тебя сейчас струшу. Я перебрался на лестницу. Чудом. Сейчас расплетется, если мы не завяжем узел, блин. Это временный, потому что длина будет под досточку делаться. Он такой твердый. Он раскручивается. А, знаешь, что мы сделаем? А здесь у нас живут скворцы. Папа за ними наблюдает, даже поставил GoPro. Точнее, чехол сейчас висит, когда нужно. Он туда вставляет камеру и наблюдает за ними. У него на канале много видео со скворцами. Да не видно же ничего. Они сейчас кричать будут. Смотри, просто камера не влазила. Да ничего не видно, ну где. Вот. А, да, было чуть-чуть видно. Ну все равно, чтоб не распустился. Съемочная площадка. Зачем ты это делаешь? Раскручивается же. А завязать слишком толстый. Видишь, распускается. И так, пока будем что-то делать, он распустится полностью. Уже раскрутился. Осталось сделать досточку. Ого. Да. Смотрите, и прям под качелькой вот эта плиточка. Повторил мои слова, как обычно. Это Таня сказала, а я сказал, что мы будем дальше бетонировать тут и что-то делать. Ты будешь продолжать эту плитку? Будет все другое. Это у нас останется как память. Это только мы приехали сюда, еще был старый домик, и мы забетонировали вот эту штучку. Мы положили первый камень, так сказать. И мы ее не оставим, да? Вот тут забетонируется уже по-другому. Я понял. Ну давай, завяжи мне под задницей качелю, я попробую. А что завяжи? Да не надо. Вот так две берешь, а двумя руками же надо. И что, вот тут? Вот тут. Ну ниже чуть. И вот вторая. Садись туда и руками держи. Сам себя держи руками. Вот и...
удобно. Сейчас досточку сделаем. Но мне тяжело было держать. Да сейчас досточку поставим, пойдем досточку. Саша уже хочет. Все нормально. И смотри, нагрузка на две ветки. Да. Видишь, что скачалка идеальная вообще. Они полностью две нагрузки. Идеальное место для качалки. Нагруженные. Все. Круто. Да, идем за досточкой. По метру еще обрежется, наверное. Ну, мы же с запасом считали 15 метров. А сейчас мы идем искать досточку для качелей подходящую. Здесь находятся дрова для камина. Остатки с прошлого дома, сарая. Вот. Как раз. Подходит толщина. Я сейчас ошкурю, да, все будет. Да, это подходит как раз. Можем еще толще. Не, сделать. Вот это идеально вообще. Можем вот такое бревно. Нет, даже акация. Тяжело будет кататься. Только мне край надо подрезать. И все, сейчас мы ее ошкурим. И будет офигенная досточка. Подрезать ровненько. Клещ? Что там? Что залезла у тебя в тапок эта штука. Какая? Вот. Гвоздь. Покажи. Ну вот. И колет мне в ногу. Ого. И все. Два отверстия. И все, пропускаем эти веревочки. Это болгарка. Она все, что угодно делает. Да новый круг у меня где-то был. Это ж пластик. Ну, не, вот тут. Потому что покрытие. Пойдет такое? Да? Сверла нету. Все, дырка есть, такое сверло сломано. Обрубить, да. Вот тот рубанок неси, он обрубит. Ага. Пора рубить канаты. Ну да. О, какой звук, у меня аж мурашки по телу. А у меня от тебя. Мурашки по телу. Как тут и было. Перфект. Подошло. Таня меряла, я сверлил. Так что все отлично. А что я делал? Снимал. А ты снимал, ты же оператор. Идут съемки. Все. А теперь уже вы надо определяйте высоту и будем завязывать там узлы. Так. Ну да, надо. Так, давайте. Только это же надо сесть как-то. Так, я не знаю, меряйте. Опускай и так далее. Равняй. А, кстати, я принесу уровень. Иди и садись. Бля, чем? Я тебя мог поцарапать. Пускай, потому что узел потом затянется и тоже сядет. Так оставим. Просто он, зараза, затянется. Ай, комары уже кусают. Вот. А ну давай сейчас садись. Ну, не очень удобно так залазить в нее. Ну, а теперь надо держать. Пускай я уже все вижу. Не все так просто. Затянулся. Вон, уже, смотри. Видишь уровень, да, под нагрузкой.
это все нормально. Перекос. Это качается, перекос? Ты... Да, с этой, вот эта штука выше. Ну да, кажется, что это вот сюда уходит. Нет. Казалось бы, что проще сделать качелю? Нет, я уже опустил. Столько процессов. Уже вроде по уровню. Калибровка качелей проходит не так быстро. Красиво как. Ну что ж, качеля почти готова. Осталось только отрегулировать. Да, все-таки перекос есть на одну сторону. Сложно отрегулировать. Качелю в одну сторону несет из-за перекоса. Ну а как, прикольно кататься? Ну да. Я 100 лет на качели не каталась. Идеальное место для качалки. Да, для качельки, Саш. Смотри, чтобы я тебе в челюсть не заехал. Давай я выключим камеру и потолкаю тебя. Меня, кстати, укачивает на качели. Ну, вестибулярный аппарат. Иди, я тебя покатаю.